Приветствую вас, возьмем гости, братья и сестры. Сегодня мы с ребятами, студентами едем с нашего района в соседний на экскурсию в храм Покрова Пресвятой Богородицы. Заехали, перекусили с ребятами в Сицилии. Вон они довольны, уже идут, сытые. Ну а сейчас будем духовную пищу впитывать. Доехали мы, сейчас я вам покажу храм. 30 мая 2012 года. По замыслу архитектора Дмитрия. Старушка церковная. Затем, значит, здесь. Ну, подведу итог. Хорошо, благодатно. Очень такая насыщенная информация, полезная, духовно. В общем, всем девчатам понравилось, и нашему тоже Андрюше. Едем домой. Всех храни Господь.